Сегодня на ужин я решила приготовить рулеты. Для этого нам понадобится салатный лист, сыр, кита соленая, можно копченую, но в этот раз у меня соленая, чеснок, крабовые палочки, лаваш и майонез, чтобы сделать соус. Майонез я сама взбила. Так-то я сюда только добавлю ингредиенты для соуса, для рулетиков. Так. Добавляю сюда чеснок. 5 штук головочек. Кто не сильно любит чеснок, значит поменьше. Кто сильно, можете побольше. То есть я добавляю 5 штучек. Мне будет нормально. Также я добавлю туда сыр. Вот так. Я его порежу, чтобы он не был прям толстых таких кусочков. Проще. Вот такой вот кусочек. Я его разбила. Все сюда же, блендер. Закинула. И сюда же я добавлю, ну, чуть-чуть, совсем салатного листа. Так, для цвета просто. Все это я собью. Разворачиваем лавашики. Сюда положу. И немножко вот такой у нас лаваш. Но я вот в конце я обрежу. Теперь соус. Раскладываю рыбку. Можно поменьше рыбы, не обязательно так много. Только для привкуса. Так, крабовые палочки. Я их режу. Стеночками такими, не толстыми. Вот такими вот. И салатный лист. Салатный лист я вот так положу. Не жалейте ложить салатного листа. Концовка и чуть-чуть, чтобы лучше потом заворотик был. Ну все, больше я сюда ничего не ложу. Вот такой у нас получится рулетик. Сразу. Вот так. И их режу. Главное, чтобы нож был острым. Такая вот красотулечка получается.
Я еще второй делаю. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.